Друзья, эта новость стала шоком для многих из нас, а также для многих звезд российского шоу-бизнеса. Сегодня мы хотим вам сообщить о том, что произошло несколько дней назад с известной российской артисткой Екатериной Варнавой. Екатерина Варнава находилась в Москве на одном из частных корпоративов. Там же и была избита неизвестной девушкой, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На данный момент сообщается, что Екатерина Варнава находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. И девушка, которая совершила данное преступление, задержана и дает признательные показания в полиции. Полиция много скрывает в интересах следствия, поэтому, друзья, пока больше рассказать не о чем. Ждем продолжения данного происшествия уже на нашем канале. Только мы рассказываем всю правду и жизнь звезд российского шоу-бизнеса. Спасибо вам, друзья, за ваши просмотры. Спасибо вам за вашу поддержку.